меня салата косна. Я бы была дружинушка хоробрая. Для меня это квест. Я сюда прихожу, чтобы изменить себя, изменить свой характер так, как я хочу. Трое наших современников попадают в парк исполнения желаний, где они хотят как-то изменить что-то в своей жизни, что их совершенно не устраивает. Это масштабная постановка, очень красивая, яркая. Использовались декорации, которые были написаны великими русскими художниками. Ситуация, которая происходила на сцене, Дима Черняков представил через мое видение. Это старец Фура, как из представления «Форт Боярд». Он настолько вошел в эту роль, он начал этим жить, он бы вообще здесь остался и искал бы Волхову, потому что вот с ней он испытал того, что он не испытывал в реальной жизни. Я был счастлив, а в финале нет. Счастья никто не отдал.